Ереван и Баку обмениваются жесткими высказываниями. Замглавы МИД Армении заявил, что Ильхам Алиев раздувает пузырь иллюзий, извращений и самодовольного бахвальства. Официальный Ереван обвиняет президента Азербайджана в продолжении монолога, о диалоге которого не было. Алиев возомнил, что может говорить от имени времени, международного права, посредников Армении и народа Нагорного Карабаха, заявил замминистра. Ранее на праздновании Навруза в Баку Ильхам Алиев сказал, что Нагорно-Карабахский конфликт находится на решающей стадии урегулирования. В частности, по его словам, будет обеспечено возвращение всех оккупированных территорий под контроль Баку.